Сегодня будем рисовать руну Феху. Рисовать ее от руки, не через трафарет. Руна достатка, богатство. Если у кого-то уже все это есть, значит, приумножение и удерживание. Рисую сам таким образом. Это должно быть на середине, это чуть выше, они должны быть параллельны. Клей закрывает сразу, чтобы не засох. Красивые цвета такие, не знаю даже, что присыпать. Красивый цвет, такой золотой. Сделаю золотой. Это удача, деньги, достаток. Удача во всем, в любви, в деньгах и по работе во всем. Но и все равно плохо отрывается. Синего цвета я сделаю его на синем клее. Еще ни разу бархат не делала, посмотрю, как получится. Thank you.
получилась татушечка у нас. Прохотистая, мягенькая, приятная к телу. Это тоже такая, абсолютно такая прохотистая. Руна Феху. Силверун – это руна Феху, принесет мне в течение 2 недель благосостояние и улучшит мое материальное положение. Я с благодарностью принимаю ее, активирую ее своим дыханием. Чтобы она приносила мне достаток, не влияя на мое физическое и психическое здоровье. Это будет так. Я ее активирую своим дыханием. Руна активирована сегодня и будет действовать ровно 2 недели. Спустя я ее сотру, и тем самым прекратится ее сила. Это задняя сторона татушки моей, которую я наклеила. Человека. Мне нужно было поскрабить ее. Так, для начала нужно обработать кожу. Мы ее уже обработали. Как будто... Да. И вот здесь мы делаем по просьбам зрителей. Руна Феху у нас будет. Руна Феху у нас для привлечения денег, богатства, достатка, для приумножения и для удержания того, что у нас уже есть. Делаем мы это таким образом. Мы сильно высоко не будем. А ты можешь вот так вот ручку чуть-чуть изгиб? Ну-ка. Так, секунду. Сейчас мы настроим. Что не надо, уберем. Да, вот так. Держишь нормально? Угу. Так, мы делаем для этого такую полоску. Феху. Мы эту руну активируем своим дыханием. Начнет она действовать с момента активации и продлится 3 недели, наверное, потому что 3 недели – это как раз то время, которое должна держаться руна. Или 2. 2 или 3? 3. 3. Тогда надо ее аккуратно, чтобы она не смывалась у нас. Прозрачный... Ох ты, ёпперсотая. Прозрачный клей, нифига не видно его. И мы постараемся сделать аккуратно. Руна Феху прекратить свою активацию с момента стирания. Либо ее можно стереть маслом, поцарапав немножко. И как только она сойдет с тела, она прекратит свою активацию. Мы посмотрим, проверим, насколько все это эффективно. Толстенько немножко получилось. Так, от середины мы ведем вверх. Нижняя часть у нас чуть-чуть короче верхней. Что-то у меня отсвечивает, плохо видно. Потому что прозрачный клей. Плохо видно.
Это и глиттер тату, и заодно руна, которая будет приносить нам денежки, богатство. Наша модель нам потом расскажет, что именно изменилось у нее в финансовом плане. Может быть, в любовном плане. Конечно. В отношениях. Красивая. Толстенькая, значит, будет дольше держаться. Будет больше достатка. Да. Я думаю, что если она толще, значит, достатка будет больше. Хотя все может быть. Проверим. Эту руну мы активируем своим дыханием. Ты должна, Таня, думать о ней. У тебя в голове должно быть то, что эта руна действительно тебе поможет реализовать свои мечты в финансовом плане. И ты должна с благодарностью принимать и доверять ей. Доверять и верить в то, что доверие, вера и благодарность – это как раз то, что нужно для того, чтобы все твои желания сбылись. И подумала, и забыла. И ждешь дальнейших действий. Теперь активируем ее дыхание. Вот так вот дуй. Поняла. И говори, что эта руна без вреда для физического и психического здоровья должна приносить удачу и благосостояние для того, чтобы все это случилось. И мы посмотрим через 3 недели, что будет, какие изменения будут в твоей жизни. Они обязательно должны быть. А в каком плане, мы еще сами не знаем. Но они будут. Что-то должно измениться. Если какие-то подвижки будут, значит, мы идем в правильном направлении. Только, может быть, нужно будет больше ее говаривать, чтобы конкретно именно что. Но сейчас мы попробуем в общем сказать. Вот. И еще... Мы благодарны нашим рунам за то, что они нам помогают